Очень часто встречается канат в магазинах города готовыми отрезами по 20, а то и по 10 метров. Термопистолета у меня нет, поэтому покажу, как соединить канат без каких-либо вспомогательных средств, незаметно и надежно. Важный момент. Надо правильно выбрать место соединения. Нельзя таким способом соединять канат в последнем ряду. Если и приходится соединять канат, то подгадайте так, чтобы соединение пришлось за 2-3 ряда до верха сумочки и не попадало на перед сумочки, лучше в боковой части. Что я предлагаю сделать? Отматываем одну веревочку от каната и обрезаем ее. Подрезали. От нового каната мы отматываем две веревочки, одну оставляем, а две подрезаем там, где заканчивается первый канат на сумочке, таким вот образом. Два убрали, один оставили. Здесь два оставили. И теперь мы вплетаем один оставленный нового каната на место одного обрезанного каната, который заканчивается. Подтянем немного потуже, поправим. Все готово. Получился такой вот канат, соединенный из двух. И дальше просто продолжаем вязать столбики без накида, как и вязали. Поправляем канат, разворачиваем петельки. Все ровно, без утолщений, незаметно. Продолжаем. Подкрутим немного канат, поправим. Крепим канат булавочкой к канату предыдущего ряда. Так удобнее вязать. И продолжаем. Кончик каната можно подрезать. Вяжем дальше. Поправляем петельки, прикрываем канат. Все готово. Канат соединили, обвязали. И, как видите, нет никаких утолщений. Незаметно. Все красиво и надежно. И повторюсь, таким образом нельзя соединять канат в последнем ряду, где идет нагрузка на ручки сумочки.